Добрый день, многоуважаемая семья! Шлю я вам всем свой горячий привет. Во первых строках своего письма сообщаю, что мы пока находимся в городе Керчи. Прибыли в город 27 апреля. Еще я вам сообщаю, что мое здоровье пока хорошее. Мы пока находимся с Буровым вместе. Мы когда ехали в город Керчь, нам говорили, что там уже время жаркое. А когда приехали на место, здесь оказалось, что ни одного дня не раздевали шинели. Что здесь погода стоит холодная. Пока. До счастливого свидания. Остаюсь жив, ваш супруг и родитель. Передай адрес Буровой Марии и нашим. Остаемся пока там, в городе Керчи. 27 апреля 1942 года.